Красноярском музейном центре открылась новая выставка художника Александра Суворова. Называется она НРЗБ, то есть неразборчиво. Это собирательные образы всех витрин и вывесок магазинов в нашем городе, которые знакомы каждому красноярцу. Правда, собраны они не целиком, а по частям. Например, вот такой экземпляр. Янка круглосуточно. Что значит стоянка круглосуточно? Но из-за того, что буквы потеряны, смысл меняется. Сам автор выставки рассказывает, идея создать подобные шедевры родилась у него давно. Но реализовалась она именно тогда, когда вот подобные вывески и павильоны малого бизнеса начали исчезать с улиц Красноярска. Мне закралась мысль, что соединить вот это вот слова, то есть это вот реклама, шрифты и изображение, саму картинку вместе, воедино, чтобы получился такой единый образ, что ли. И такая попытка сделать поэзию, что ли, прямо как бы вот авангардная поэзия на холстах. Надпись в одном месте, изображение в другом, как бы тут обрезано в третьем, и все вот это вот смешано, и получается на выходе произведение как бы вот искусства.